Ну что, здравствуйте, приветствую, мы продолжаем проходить Dead Space 2. Ой, глава 5 у нас с вами началась. Интересно, что, сколько здесь глав, во-первых, да? Наверное, как в прошлом Dead Space глав, там 12-15, не знаю. Вот, и покороче ли эта игра, я не знаю, чем в прошлом, посмотрим. Вот, интересно, сколько здесь глав, во-первых. Во-вторых, проходим с вами на максимальной сложности, доступной, да, нам в данной игре. Данную игру. Охуенно сказал. Вот, и с ней в прошлой серии ссылка постоянно на плейлист находится на две там части. То есть на первую часть, которую мы уже прошли, да, с вами, Dead Space 1, и на прошлой данной игры есть плейлист в описании, да. И в правом верхнем углу подсказочка на прошлую серию и на плейлист. Я думаю, вы все знаете, да, вы же у меня очень умные, хорошенькие, это правда. Я уверен в этом. Вот, поэтому как-то так, меньше слов, больше игры. Поэтому Саша поудобнее, надевайте в люди, когда там приятно посидеть, кушать, прям чипите кофе или пить воды при там просмотре, а мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Так, остановились мы с тобой вот здесь, собственно, да? Нам с тобой туда идти, да? А, отсюда мы пришли с тобой, хорошо. Поехали. Ой, бля, зимние. А чё тут? Чё-то зимние, блядь. А, да? Блять, ты шо ебанулась? Блять, я не люблю ужастики из-за этого. Шо за хуйня, блять? А, да? Блять, что это за хуйня, лабиринты, блять, одни и те же, блять, или что, нахуй, не могу понять. Одно и то же, блять, мы проходим, нет, нахуй? Вам так не кажется? Так, ладно, давайте. Исполнительный отчет. Температура усыпальницы. Работник усыпальницы Сизл Джей вновь повторилась компьютерная ошибка, которая привела к размораживанию и потере в двух тел на прошлой неделе. Нам удалось перевести большую часть секции 1 на ручной режим, прежде чем температура значительно поднялась. Я все еще подозреваю, что представители комитета, которым на прошлой неделе было отказано посещение усыпальницы, имеют непосредственное отношение к случившемуся. Возможно, это не так, однако совпадение времени их визита и возникновение ошибки не может быть случайностью. Сегодня вечером мы отформатируем систему, чтобы исключить возможность заражения компьютера вредоносной программой. Я назначил на работу тройную смену, чтобы все вошло гладко. Сизл, конец сообщения. Да. Не переживайте, я вас слышу, ребят. Я вас слышу, блядь. Да. Вот здесь сейчас нужно быть аккуратным.
Я так и знал, блядь, тварь ебаная. Не поверишь, я так и знал, блядь. Я так и знал. Поедно. Ой, как хорошо, смотри, с двух выстрелов. Мать, иди ты нахуй, блядь. Блядь! Бля, с двух выстрелов, кстати, это прям мощно. Я вам так скажу. А можно мне вот, ну, для вот этого хотя бы что-нибудь? Аптека есть. Встаем, блять, случайно, ребят, я прям случайно. Аптек у нас больше нету, да? Да, аптек у нас больше нету. Блять, скажи, здесь аптека. О, от души. Надо аптеки закупить. Текст сообщения. Наряд на выполнение работ 11.8745. Проблема. Гробы на супальнице, застрявшие на конвейерной ленте. Ход сравнения. Исследовал конвейер, который доставляет гробы в супальницу. Обнаружил один гроб, застрявший в системе. Включение гравитации позволило высвободить гроб, потребовав несколько попыток, гроб поврежден. При дальнейшей проверке конвейера обнаружил несколько сломанных раздвижных опор, деформировавших лент. Очевидно, сварные швы опор не были предназначены для эксплуатации при столь низких температурах. Починил конвейерную ленту, приварил опоры на место, запустил 5 гробов, система функционирует безупречно. Работа завершена, на раз закрыт. Все время на ремонт закончится 5 часов. Нашел выход, но он слишком высоко. Управление гравитацией заблокировано. Дейна! Блять! Не знаю, слышишь ли ты меня? Тебе надо подняться наверх. Слышишь? Ты должен подняться наверх! Нам нужно сюда наверх подняться. Хорошо, как мы можем сюда? Нам нужно вот этот, смотри, у нас тут такая хуйня есть. Стазис, да, нам нужно использовать, грубо говоря. Подожди-ка.
Что там нужно делать? Поехали. Что-то на внизу, ребята, делать. Что-то на внизу делать. 100%. Только что. Что же нам здесь нужно делать? Как мне подняться там? А, блядь, точно. Да ебать твой хуй! Хорошо, я понял. Айзек! Что за счет? Они глушат мой сигнал с помощью какого-то мобильного устройства. Кто-нибудь, определите частоту работы глушилки! Наверное, их штурмовик висит рядом с комплексом. И что теперь? Новый план?
Нет, они не знают, где мы, иначе бы уже убили нас. Дерьмо! Сигнал опять падает. Иди по своему локатору, быстрее. Ладно, я так шел по нему, ёпта. Так, что нам с тобой нужно? Давай посмотрим. Шесть. Так, хорошо, да, мы одну продадим. Семь. Мне нужны для снайпы и для вот этого. Короче, мне для этих нужно 100% патрики и аптека. 5000. Это по 2000, да? Хотя бы так. Поехали. Видите, патриков здесь не так много, поэтому вот эти снайпы будем пользоваться. Ну ебать, а чё тут можно было другого ожидать-то? Она машина туда. Подожди, здесь верстачок есть. Что-то какая-то хуйня, ну ладно. Все, меня не ебет, я верстак открыл. Так, ну нам по-хорошему, надо еще вот стол прокачать. Бля, ну конечно, лучше вот с этот прокачать бы. Ну ладно. Давай вот так с тобой сделаем и... А, ну здесь вообще нет смысла ничего. Хотя бы так. Так, что нам здесь? Сохраняемся. Так, и тогда с тобой let's go дальше. Опять в какую-то дырочку залезли с тобой. В дырочку или в шахту. Очень странно, что мы в какую-то темноту еще ебашим. Что, сейчас какой-то скримлер будет, да? Даже вообще нихуя, я вообще ничего не знаю. Ой, как хорошо здесь добра. Как хорошо, что здесь что-то есть. Очень хорошо нам дали сейчас сами.
Че, блин? Что за локация? Ну, локация уебская, реально. Ну, дальше здесь какая-то хуйня будет, видите, будет. Я прям в этом даже уверен. Прикинь, пропало. А, вы самые, блядь, бесячие, блядь. Вот на ней эти, блядь. Твари, ебать. Помните их, да? Я их тоже помню, блядь. С первой части, блядь. Меня они очень сильно бесили. Ба нахуй, что ты, блядь, делаешь? Чё такое случилось? Все хорошо? Ну, все хорошо, да? Бля, снайпа прям... вот это снайпа, которую спецназовская, не знаю, что это. Вот это снайпа прям очень хорошая. Лазерная снайпа тоже хорошая, но на, скажем так... Я ее сюда, знаете, я ее использовал в первой части и в этой части использую на этот. Когда много, вот много большое скопление их, я либо ну на пробел нажимаю, да, альтернативный огонь включаю, либо вот такой лазер делаю. То есть видите, она прям поражает сразу несколько, может поразить противников, грубо говоря. Я поэтому ее так и люблю с первой части, грубо говоря, потому что ну несколько противников тебя подбегает, и оп, ее взял, использовал и все. И все. Бля, сейчас какая-то хуйня здесь будет. Чекай. Блять! Мать, ты что, ебанулась? Да тебе бесит от меня. Я не могу попасть, бля, по ней, ебаный в рот. А, блядь. Ну мне пизда сейчас, да? На, блядь. Что ты? Кто ты, блядь, вообще? Ой, бля, вы нахуй. Эй, бля, подходи, бля, блядь. Вот этот, бля, че? О, блядь. Ребята, добрый вечер. Да, пошел, 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 мой хороший, давай. Давай, 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 пошли, пошли, мои хорошенькие. Давай, 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 давай. На, ёпты. Что такое? Блядь, что нахуй? Давай, давай, беги, блядь. Блядь, что за хуйня вообще здесь происходит? Ёбаный в рот того, блядь. Уже столько лута здесь будет. Ну как, должно быть. По идее. А, нам и здесь открыли все, ну. Хорошо. Бля, ну вот этот снайпак очень жесткий в своем плане. Блин, ну здесь надо исследовать локацию. Погнали, поисследуем.
Я уверен, что здесь прям очень хорошо лута. Прям очень хорошо здесь лут должно быть. А что это за хуйня, блядь, какой-то, блядь, чел, блядь, выскочил, типа как паук, че не паук, блядь, хуй его знает. Так, этих я все проверил, да? Его созвал братву, блядь, просто так, нахуй. Нихуя себе, один секует. Да так созвал брату, прикинь. Ну не, ну ты прикинь. Бля, ебать, у меня теперь еще одно любимое оружие появилось в этой игре. Давай, давай нахуй. Ты думал, ты незаметный или что, блядь, не пойму, мальчик. Ты думал, ну. Ой, блядь. Мать, это ты зря сделал очень. Видите, она, блядь, замедляет меня. Творил она, блядь. Ой, как хорошо здесь, ребята, сейчас. Ну, сразу, да? Испугались? Охуенно, спасибо за лут. Я, ты дашь мне лут? Спасибо, блядь. Просто так на тебя патрон потратил, блядь. Где они? Где они, блядь? А, вон у меня. Бля, ну с этой снайпой прям хорошо, кстати, все хорошо, прям очень хорошо идет. Прям очень хорошо. Ладно, let's go. А вот эта хуйня. Ой, бля, вот это все очень опасно, ребят. Здесь я с вашего позволения вот так сделаю. Как хорошо, да? Сразу становится очень хорошо. Ну так, на всякий случай, ребят. Это обелиск. Блин, знаете, вроде хочется, типа, ну... Что с тобой творится, Айзек? Мой, ты пытался убить себя? Отстань! С чего бы это? Правильно, игнорируй боль, похорони ее внутри, и пусть я отъебись, сгнию, пусть отъебись. Отъебись ты от меня нахуй, блядь. Хуй тебе от меня надо, блядь, заебало ты, блядь. Блять, да, блять. Поебалась, ну блин, вообще, блять. Че она, блять, несет? Дэйна, ты все еще там? Я добрался до верхушки церкви. Ты почти у цели. Я буду ждать тебя у челнока. Хорошо, идем к Дэйне, да, значит? Идем к Дэйне. Да, ну добавили реально нормально так монстров. Других разных каких-то монстров добавили. Прикольно. Да иди ты нахуй, блять. Блять, в крысу еще ебаный, блять. Взял в крысу, прикинь. Все, нет у меня. А, есть птички, все. Че, в крысу, прикинь? Не, ну ты прикинь. Ну, мне кажется, я знаю, что здесь сейчас будет.
О, бля, сейчас здесь будет очень весело. Бля, смотрите, кстати, город. Вот так он выглядит. Прикиньте. Мертвый город, грубо говоря. Естественно, нам туда с тобой. О, сохранялка, значит, тут все забей. Хотя, знаете, когда есть сохранялка, не факт, что все будет окей, блядь. Это тоже может быть подъебка, знаете, от разработчиков. Я говорю, с первой части я это все знаю. Тогда сохраняемся, чем? Сохраняемся с тобой. Я думаю, давай на следующей серии оставим, да, все это дальше. Путь к Дэйне. Спасибо за просмотр, такая серия была, в принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.